Добрый день, друзья! С вами Павел Бирюкович и компания Aquilon Pro. Сегодня мы вам покажем, как проводится тепловизионное обследование на примере дома загородного из газобетона с облицовкой. Не все так плохо. Так. Ну, люк виден. Интересуют вот эти вот полы еще. Полы тут. Потому что мне кажется, что их очень хорошо немного не прокатывают. Не, ну тут холодно. А они у вас синхронизированы? Или нет? Кто? А, нет, это друг друга уже понятно. Как у меня было ощущение, что это просто какой-то софт стоит на телефоне, который сидит в него и синхронизирует. Мне было, ребята, я хочу. Они сами не ездили уже. На первое же его надо, то сюда еще не понесли. Тем более, если сильно далеко, если на телефоне смотрим. Ну, а сколько тебе ваша работа? Ну, какое тепло хорошее такое. Ну да, тут угол есть. Ну, не настолько смертельно. Нет, просто ну, заметная. Ну, заметная это заметная. Так, 19, 16. Да, значит, там можно будет посмотреть с улицы, может быть, там где-то не доложили, когда вот крышу опускали. Вообще норматив между температурой воздуха, помещением и внешним проектом нет, следующий другой раз. То есть нормально, по средним минимум, допускается, хорошо. Все же больше, это уже плохо. Ну, если бы когда-то. Ну, да, просто там. Залезть надо потом сверху закрыть. Рублей 2 вывести. 16. Смотрим на дом, видим промерзание цоколя. Окна вокруг. Хорошо промерзает обычно крыльцо. Скажу сразу, дом этот очень хорошо утеплен. Промерзают угловые соединения, точнее, отдают тепло наружу. Немного тепло уходит через плиту перекрытия, но в данном случае она утеплена и достаточно хорошо. Веранда закрыта снаружи, есть небольшие теплопотери через углы. Через верхнюю часть окна на первом и втором этаже. Ну, вот такая ситуация снаружи.